Сегодня я хочу с вами поделиться двумя способами, как прочистить сток в ванной быстро. Берем лейку душевую, откручиваем ее. Здесь такая прокладочка стоит. Не потеряйте ее, сделайте вот так. Берем тряпку, обматываем вот здесь поплотнее и включаем горячую воду. Идет чистка нашего стока. Второй способ, вам понадобится вот такой строительный хомутик. Стоимость его 50 копеек. Но поверьте, это приспособление номер один в чистке вашего стока. Здесь сделаны насечки канцелярским ножом. Делаются насечки в виде елочки поочередно. Зайдите, у меня на канале есть видео, там посмотрите подробно, там я показываю, как его сделать. Просто вставили и крутим. Крутим, крутим и вытягиваем. Так, крутим. Вот, видите? Сразу мы поймали.